Как делишки, ребятишки, с вами снова я, DesantJack, Игорь, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Не смейся, челлендж в Майнкрафте». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки, только благодаря вашим лайкам выходит эта серия. Да, ребята, всем привет, надеюсь, в этот раз вы поставите еще больше своих лайков, чтобы серия вышла еще быстрее и смешнее. Так что приятного просмотра, чур я не первый. Чур я не третий. Понимаешь? Я пошел, короче, хорошо, я пошел, так уже быть. Что-то непонятное сейчас было, непонятное, хорошо. Так. Короче, это второй, да, Игорь? Ну давай, все. Да, ты второй. Что ты тут какое-то говно построил? Подожди, тут у нас проблемы. Какое? Что говно уже спросил, что это все такое? Какое говно? Ир, ты вообще смотри, да. Давай, поехали. Ир, какое вообще говно? Ты вообще понимаешь? Какое говно? Real talk, финка бат. Real talk. Финка бат. Изи. МДМшка, смотри, там домашки, везде МДМшка. Бодибэг! Изи, Reload, бич! Think about, man, think about, man. МДМшку будешь? Гостиная. Гостевая. Будет? Тихо, я потом поблизу. А потом хорошо. Итак, Игорь, второй. Давай, ну иди. Снег пошел, всех с Новым годом. Так, мне надо подготовиться. Одну секундочку, подготовиться. Держи МДМшку, Игорь, держи. Real talk! Пики Батмен, пики Батмен! Ну, ребята, ну, блин, давайте посмотреть, пожалуйста. Real talk! Я готов! Готовы? Real talk, давай. Real talk, синяя. Да, ну. Reload, бич! Давай. Подождите. Домашку. Секундочку внимания. Вот перед вами будет вообще выступление, хочу так сказать. А не, я такое уже видел. Да, что-то было уже такое. Я тоже, наверное, мне так кажется. Попадаю в выступление. Пацаны, я вас ненавижу. Пацаны, это я вас ненавижу. Антихайп! Антихайп! Дай мне свои Гуччи, пожалуйста. Гуччи в Санкт-Петербурге. Давай, Игорь. Хотите заработать на Гуччи? Акула супербизнеса. Продай мне эту палку. Продай мне ее. Рады, что вместе с МДМашкой. У меня есть МДМашка. Продай мне эту МДМашку. Она тебе очень нужна, купи. Я акула супербизнеса. Я знаю, какие бизнесы держал в своей жизни. Ты даже не представляешь, какие, понимаешь? Это же палка, это отвоевывал, понимаешь? Понимаю. Пока. Не нужна мне вам ваша палка, я вижу. Забирайте свои какашки, а давайте мои бумажки. МДМашки. Давай, мистер Гуччи. Антихайп. Антихайп. Я б сказал, блядь, но там мамка Жеки спит, поэтому я материться не буду. Я просто так, блядь, скажу. Пошумим, блядь! Подожди, у меня вопрос. Вы 3 часа искали скины, почему я здесь на 2 раз один начался скин? В смысле? Нет, лысый, ты ресторан. Ты что, дебил? Я не могу понять, у меня 1 раз вышел Эдисон. В смысле? Вышел Эдисон. Да? У меня нормально, у меня ресторатор. Клянись, пожалуйста. А сейчас... Лысик, первый скин. Ты чё, Слава КПСС не видишь? Вот. Первый скин, погоди. Вот. Шо вот, ты... Ничего не поменялось? В смысле? Он как бы поменялось, вот сейчас кто? Я лысый, да? Лысый, да. Ну, ты сейчас лысый, а... Слава КПСС, вот.
Мне кажется, у игры не так, не все какие-то проблемы у них, то явно. Подожди, а где Слава КПСС? Вот, перед тобой стоит дебил! Перезайди! Ладно. Это дичь. Слава КПСС. Это утка. Да в очках, да? Да, да, да. Подожди, окей, а сейчас, а сейчас. Теперь меняется, все меняется. Подожди, сейчас. Сейчас я, да? Да, 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 все нормально, иди сюда, уходи. А сейчас? Иди, иди, все поменялось, иди из кадра, иди. Так что, я сейчас, да, я показываю? Да. Не, вы с вами я Элис, и сегодня мы будем с вами играть самую лучшую игру под названием Warface. Я знал, то, что это будет, я знал! Самая лучшая игра, где можно убивать всяких вот таких вот нубов, вот. Вот так вот. Геймон! И вот так вот. Спасибо большое, я пошел. Я хотел его тоже сделать, но потом что-то передумал на самом деле. Бред. Так, я что покажешь? Это моя палка, я акула шоу. Иди. Акула шоу бизнес. Давай. Ты видел? Да, мы видели. Давай показывай, господи, помыл. Скажите, как мне теперь? А не знаю, а что мы лампочки не тыкаем? Мне кажется, это как-то это должно, нужно тыкать. Текай из места, дуби пизда. Это было неожиданно. Плюсик тебе просто из неожиданности, все. Ну да, а вообще-то там все дальше было, но я понял, что этого хватило. Блин, этот скин шедевральный. Че, это Росомаха вроде какой-то, да? Давай, иди сюда. Пацаны. Я Оля Бузова. Да блин, у меня опять Эдисон. Да, я тоже Эдисон. Эдисон, ты Эдисон или не Эдисон? Так, подожди, двери. Это что-то... Хотегар! Хотегар! Hold the door. Затвори вход. Ты что тут просто не понял? Игорь не понял. Чё, я понял? Я просто буду делать так. Я просто похлопаю. Да, ты вообще не в теме просто. Не в теме просто. Вообще. О, это твори вход. Так. Игорь, ты вообще не в теме. Я и позже здесь это показывал, сейчас такой ряд. Если бы ты сказал запили двери, я бы тоже бы посмотрел. Мяу. Мяу. У меня странное ощущение, меня тошнить начало. Я смеяться должен. Я ещё блеванул, уходи противный, блохаться. Уходи отсюда! Подожди, босс. Черные пятна просто. Черные пятна в глазах просто. Давай. Звайте психолога. Тинки Баутер. Рилток. Рилток. Реал мяв, значит, да? Реал мяв! Вы вот читаете, меня за реал мяв, да? Я заподозрил что-то. Я, конечно, что-то заподозрил. Похож на игры. Мне кажется, что-то я заподозрил. Я даже вдвойне заподозрил. Втройне заподозрил. Там еще четверне наверху. Да? Четверне заподозрил. Я одним глазом заподозрил, потом вторым глазом заподозрил. Кто хочет посмотреть на мой черный глаз, ты много подозреваешь, на самом деле? Да, слишком много подозреваю. Вообще подозрительный тип. Очень подозрительный, на самом деле.
Давай, давай. А, сейчас я, да? Да. На меня скинул, мне тоже. Тинки Парк, мэн! Так вот. Нахуя, дебилы, блядь. Нахуя, дебилы. Мамка не слышит, думает. 25. Это я сказал. Ты так эпично пропал. Такой, мам. Я сказал, мамка не услышит. Рилток, рилток, иди. Рилток. Фитки Байт, Игорь. Фитки Байт, мэн. Знаете, вот, ребята, что хотел вам сказать? Антихайп! Я вот долго думал, что вам показать. Ты решил показать нам себя, да? Нет, подожди, подожди. Я, конечно, когда я тебя в реальной жизни смотрю, мне смешно. Нет, подожди, Игорь. Потом, знаешь, потом меня осенило. Осенило, лампочка, видишь, типа осенило, да? Да. А потом знаешь, что я понял? Знаешь, что я понял? Что я понял? Я понял, что я этот. Знаете, жирный как пельмень? Нет, что я. Хочешь мандаваш? Ничего не слышишь, что ты пропадаешь? Изи, Рилтон, Фитки Байт, мэн, что это такое? Диджей еб***! Да мы все поняли, что я ебала его. Это не г***. Иди. Давай. Я предлагаю вам посетить мою Францию. Я Жюльен, и я Алья Жюльен, покажу вам, что нужно здесь. Багет. Ваши сладкие попки. Для этого вам понадобится сахар. Кушай сахар. Какой багет. Багет. А вон моя эльфивая башня. Сосуля, большая сосуля. Аля сосуля, аля Feed the beast and feed the beast and the beast. Понимаешь? Финки баут, ничего не понятно. Аля, ля май питрон. Финки баут, мэн. Финки баут. Я считаю, что это реал ток. Реал ток, мэн. Понятно. Сколько же запикивать-то придётся? Уходи! Ой. Француз. Ну ты француз, бам-бам-бам. Не знаю. Шо, я могу одно сказать? Ставьте свои лайкосы. Лайкосы? Какие большие, такие большие. Большие, как мой дудун. Вот как у та сосуля, посмотрите, какая она огромная. Вот как сосуля, да, надо... Хотя большие-небольшие лайки, это вообще без разницы. Главное, что много. Главное, много лайков, много серий. Поэтому давай. Да, а еще нужно подписки, потому что придет полиция подписок и будет проверять подписки. Если нет подписок, нету, то будем писки. И обязательно подписаться, в первую очередь, на канал, а вторую... На что надо подписаться? На что? Инстаграм! Есть рилток, инстаграм. Я акула бизнеса. Изи. Синкебак, мэн, всем пока. Антихайп. Ненавижу вас.